Алло, короче, вот это такой быстрый обзор будет, потому что эта игра, она, блядь, у нее отдельное меню, и типа, когда я жму запись, блядь, и, то есть она, блядь, после того, как я сдохну, она выпадает в это меню, и запись обрывается, как бы, я не могу записать, блядь, сука, блядь, там, блядь, несколько раз, короче, мою игру, только могу один раз, или, блядь, надо делать 10 тысяч файлов, блядь, и склеивать их, а мне-то этим заниматься неохота, поэтому будет такой... Фаст-обзор, в общем, это дерьмище ебаное, блядь. Какая-то ебаная, блядь, сами видите, гонка с элементами, блядь. Такой, блядь, сука, и головоломки, и пиздоломки, блядь. Непонятно, куда тут ехать, блядь. Но, в общем, ведь смысл игры заключается в том, что я доезжаю вон, да, вот сейчас увидите, до этих стрелочек, и не могу тут развернуться, я падаю, блядь. Вот все, блядь, весь смысл этой игры вонючей помойки именно в этом, блядь. Чтоб я просто не могу развернуться там почему-то, блядь. И меня заносит нахуй, я падаю, блядь. Или там надо на скорости, или чё, блядь, давайте сейчас на скорости попробуем. Просто пиздец, блядь, это какая-то недоигра, блядь, очередная, блядь. Везде он поворачивает нормально. Блядь, сука, вот здесь я неправильно сыграл, видите? Вот мало сейчас жизни, у меня одна жизнь, видите, осталась, и, возможно, уже запись после этого кончится, так что игре я ставлю, блядь, там, 2 или 1 балл, блядь. Сука, даже пройти я не смог ни один уровень, блядь, непонятно, есть вообще уровни, блядь. Ну тут как бы их можно выбирать самостоятельно, эти уровни. Ну, сейчас я на скорости попробую вписаться в этот поворот, возможно, он развернет меня. Блядь, ну вы сами видели, он нихуя не разворачивает. В тех поворотах...